Привет, друзья! С вами Виктория. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня приготовим вместе шоколадный бисквит для торта. Такой бисквит – отличная основа для любого шоколадного торта. И готовится он буквально за 10 минут. Приготовление бисквита мне понадобилось: мука 120 грамм, 4 яйца, 120 грамм сахара, ванильный сахар, какао, разрыхлитель и щепотка соли. Полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео. Я буду использовать формочку диаметром 16 сантиметров. Поочередно в емкость выбиваю 4 яйца. Простота этого рецепта заключается в том, что белки от желтков отделять не нужно, поэтому бисквит готовится буквально за 10 минут. Духовку можно поставить уже разогреваться на 180 градусов. К яйцам добавляю сахар и ванильный сахар. И хорошо взбиваю миксером. Масса должна посветлеть и увеличиться в 2-3 раза. У меня на это уходит примерно 5 минут. Ну, смотрите по своему миксеру, это зависит от мощности вашего миксера, на это может уйти 5-7 минут примерно. Масса взбита, в муку добавляю щепотку соли, разрыхлитель, хорошо перемешиваю ложкой. И буду просеивать муку в заранее замешанное тесто. Просеиваю какао. Какао нужно брать обязательно не сладкий, хороших черных сортов. И все хорошо перемешиваю миксером. Перемешиваю до однородности. Взбивать не нужно, а просто перемешивать. Время от времени можно помогать лопаткой. Смотрите еще больше рецептов на моем канале. Все ссылки я вам оставлю в описании под видео на торты, выпечку, бисквиты. Вот такое примерно по консистенции должно у вас получиться тесто. Оно получается не густым и легко стекает ленточкой с лопатки. Затем я беру формочку, перекладываю ее пергаментной бумагой. Смазываю формочку сливочным маслом. Выливаю тесто в форму. Духовку я уже разогрела до 180 градусов. Формочку немного вот так прокручиваю для того, чтобы все распределилось равномерно. И накрываю сверху пергаментной бумагой. Это нужно для того, чтобы тесто пропекалось равномерно и не образовывалась шапочка. Ставлю выпекаться бисквит в разогретую до 180 градусов духовку ориентировочно на 25-30 минут. Смотрите по своей духовке и в зависимости от диаметра вашей формочки. Если диаметр вашей формочки большего размера, значит бисквит будет выпекаться быстрее. Проверяем готовность с помощью деревянной шпажки. Она должна выйти сухой. Достаем бисквит из духовки, даем ему остыть 10-15 минут и затем будем извлекать его из формы. Я немного прохожу по краям ножичком и достаю бисквит. Оставляю бисквит до полного остывания, затем буду разрезать его на 3 равных коржа. В одном из последующих видео я на основе этого бисквита приготовлю торт Сникерс. Получаются такие бисквиты очень пышные, готовятся быстро, просто. И получаются очень-очень вкусно, с приятным насыщенным шоколадным вкусом. Посмотрите, очень хороший шоколадный бисквит для основы любого шоколадного торта. Если рецепты видео вам понравились, ставьте лайки, не забудьте подписаться на мой канал, пишите мне свои комментарии. А я всем желаю приятного аппетита, удачной выпечки и до новых встреч!